Построить ресторан, оснастить его современным оборудованием и обучить персонал – это далеко не полный перечень задач, которые приходится решать ресторатору в процессе создания нового заведения. Самое сложное – это сделать ресторан востребованным, вдохнуть в него жизнь. Строительство ресторана «Аргентина Гриль» выходит на финишную прямую. Напомним, интерьер заведения будет выполнен в стиле лофт. Традиционные цвета солнечной Аргентины в сочетании с грубыми фактурами и элементами урбанистического пейзажа создадут атмосферу городского шика. В то же время ресторан будет уютным и демократичным. На сегодняшний день Аргентина уже подходит на конечную стадию завершения процесса строительства. Идет оформление, установка мебели, дополнительно светильников и так далее. Фотография сегодня стала невероятно популярной. Подтверждение этому многочисленные фото в Инстаграм. Однако это направление фотографии более серьезное, чем кажется на первый взгляд. Фуд-фотография очень востребована в ресторанном бизнесе. Что такое фуд-фотограф? Это фотограф, который пытается передать вкус еды на картинке. Далеко не все знают, как в 90-х снималась реклама, допустим, тех же бургеров. Брали из пластмассовой заготовки, красились. Вместо майонеза использовался клей ПВА, кунжут приклеивался на клей. Ну и много-много всяких было секретов таких. Вот. В итоге все это покрывалось лаком каким-нибудь. И была прекрасная, красивая фотография. Рассматривая меню в ресторане, вы наверняка ловили себя на мысли, что вам хочется попробовать практически все блюда, которые кажутся такими аппетитными на фото. Конечно, иногда такое желание продиктовано чувством голода, но чаще всего за этим стоит труд целой команды профессионалов, работающих в таком направлении, как фуд-фотография. В нашей сети LuxCard во всех ресторанах используются именно натуральные продукты, но есть какие-то определенные секреты фотосъемки, потому что не всегда можно передать хорошо приготовленное мясо, не всегда можно передать хорошо приготовленный салат. Для этого есть какие-то маленькие нюансы, которые знает фуд-фотограф. Периодически мы собираем свой персонал, топ-менеджеров, администраторов, старших официантов, рассказываем им о нашем опыте, делимся своими знаниями. Этой осенью мы собрали новых людей, которые у нас есть в компании, для того, чтобы мы разобрали еще раз подробно тему, связанную с управлением. Управление персоналом, управление людьми, управление процессами. Подробно на разных примерах разбирали жизненные ситуации, ситуации из бизнеса, психологические проблемы, возникающие на работе, и вообще сами глобальные вопросы, ради чего мы вообще живем и работаем. Мы проходили на одном из занятий психотипы людей, так как я работаю с людьми. С тренинга я извлекла очень много полезной для себя информации, которая в дальнейшем поможет моей работе. В моей работе как шеф-повар очень важна была тема типа темперамента человека. Среди большого количества подчиненных нужно совместить правильно людей в работе. Раньше я не могла понять, почему два холерика не могут работать на одном процессе. Сейчас я совершенно точно понимаю, что это два лидера, которые будут бороться за чувство первенства, потому их нужно просто разделить, либо дать им совершенно параллельные работы. На сегодняшний день мы собрали около 37 топ-менеджеров нашей сети. К нам приехали наши ребята киевляне. Очень важно было, чтобы это была душевная, теплая, дружеская обстановка, и чтобы ребята, которые работают на одном предприятии или на разных, понимали друг друга с полуслова. Вот это как раз, я считаю, этот результат мы достигли. Приятно было ощущать себя частью этого целого, целого компании LuxCard. Очень порадовала атмосфера тренинга. Я впервые была на таком мероприятии, очень много было незнакомых людей.
Но тем не менее, как бы в течение этих 3 дней достаточно сблизились, дружились. Все замечательные сотрудники у нас на самом деле. Для тех, кто первый раз на подобном тренинге, я считаю, что, во-первых, наверное, все-таки люди увидели, что нас много, и мы в разносторонне развитая компания. Очень много новых знаний наверняка они получили. Это и по психологии, и по теории управления, и по менеджменту. Если все это останется и сохранится, все вырастут хорошими, большими людьми. Подходы классические, которые использует компания LuxCard, мы передаем новым будущим поколениям управленцев, для того, чтобы вырастая, они разговаривали с нами не на японском языке, а на китайском, как принято у нас в организации. Совсем скоро Аргентина Гриль гостеприимно откроет свои двери для всех ценителей по-настоящему вкусного мяса. Концепция ресторана разработана, строительство находится на завершающей стадии. Пришло время обсудить рекламную кампанию. Расширил бы только вот этих вот одиночек, которые любят есть мясо, скажем так, да, вот я бы еще расширил все-таки людей, которые любят чувствовать себя принадлежащим каким-то вот модным трендовым проектам, например, да, путь как бы нормальный. Пускай мы будем стильные, трендовые, стильные, там, стильные. Да, и не похожи ни на кого, анти, там, главное, какие-то такие вещи нужно подчеркивать, рекламной кампании в том числе, и на этом ассоциировать, ну, свои вещи. Вот те, кого мы хотим, они чувствуют грань между модно, стильно, да, актуально. Вот они, стильно. Нам нужно просто правильно, да, подобрать. Сдержанно, да. Лаконично. Вот. Сразу даешь посыл людям, которые с образованием, понимают, что они сразу понимают, что это на них нацеливание. С развитием ресторанного бизнеса требования к фото еды и напитков в меню становятся все более притязательными. Профессиональный фуд-фотограф должен не только продемонстрировать ингредиенты, но и в выгодном свете преподнести подачу блюда. Фуд-фотограф обязательно должен работать с шеф-поваром, который делает блюдо, а фуд-фотограф его корректирует в каких-то моментах, как это блюдо будет стоять на столе, какого угла будет фотографироваться и как нужно его правильно выложить. Затем мы готовим какую-то композицию. Макросъемка является незаменимой для съемки еды и напитков. Данная техника позволяет раскрыть перед зрителем фактуру и мельчайшие детали блюда. Сегодня мы будем фотографировать рыбу, птицу, мясо, и в процессе фотосъемки вы увидите сами какие-то нюансы. Скоро вы сможете оценить не только эстетику, но и вкус эксклюзивных стейков нового ресторана Аргентина Гриль. До открытия осталось совсем немного.